Цыганочка с уходом. Все знают цыганочку с выходом, да? А у нас с уходом. Причем уходняк. Уходняк, исполнение Евгения Николаевича Быкова. Который, я всегда говорю, почему так тонко чувствует цыганскую натуру? Потому что целый сезон в Тюменской филармонии он проработал цыганом. Ну, в трудовой книжке было написано «Цыган Быков», да. А след от сережки, я всегда говорю, только-только начал зарастать. А яловые сапоги продал. Продал, да. Как курить бросил? Он тоже бросил курить, кстати. Видите, как поправился? По-моему, сейчас человека три курящих захлопали. Аплодисменты побурнее, чем в первый раз. Вот. Ну, цыганочка, она такая, да, сегодняшнего дня, такая, с большой АЖП. Вспомнил фразу. Аббревиатура, которую когда-то сам же придумал, АЖП, это большая активная жизненная позиция. Вот. Однажды я ее пел в Сбербанке, когда бардов позвали. Барды пришли с большими пакетами, знаете, с сумками в Сбербанк. Кто-то рюкзак даже принес, а балаковский такой. Ну, с тем же и ушли, собственно. И вот когда я начал петь эту песню, а подарил бы мне Газпром акции 2%, я бы деньги сразу в дом, до рубля, до цента. И вот когда я дошел до этого места, недалеко ушел. С одним мужчиной случилось худо. Он сидел так, что я видел, как он сидел. И он так сползать начал по креслу. У него был портфель прикованный наручником к руке, пухлый. И он стал смеяться до посинения, когда он услышал 2% акций «Газпрома». Я остановился, я говорю, вы знаете, сколько это, да? А он только так, Ну, человек начал, ну, просто, да, его вынесли, водой отливали. Ну, потом кто-то, добрая душа, сказал мне, что такое 2% акций «Газпрома». А кто-нибудь знает из вас? Ну, всего-то 2% акций, так, многие знания, «Газпрома». Люня, многие печали. Многие печали. Мне сказали, я опечалился. Да мне там посмотреть бы на это. Через толстое стекло какое-нибудь. Николаевич, это не только нам бы. Это и им бы, и ум бы, и ам бы хватило. В общем, да. А подарил бы мне Газпром акции 0000000001. 2% этого тоже бы хватило. И тоже в дом. До рубля, до цента. Подарил бы Рослеспром, а кубометров 200. А я бы бревна тоже в дом. Все целей на месте. Подарил бы мне Сбербанк пачки 3 валюты. Я очень рассчитывал на эту строчку. Зря. А закурил бы я табак, сделала палец охнутый, и толкнул бы газлес, поменяла валюту, и купил бы у небес лишнюю минуту, а потом бы еще чуток, да и прошло б не насте, а там, глядишь, еще пяток, и настало б счастье. Да вот в народе говорят, так, мол, не бывает, что за деньги всем подряд время начисляют. Не мобильный телефон, человек, однако, срок закончен, выйди вон, а нет, живи, не квака. И, правда, поквакал, да и дальше, мил май, ну и ладно, ну и пусть. Живы, значит, живы, так зальем тоску и грусть водочкой и пивом. Да, ребята, я такой, мне не надо личку. Помните, вознесись, не возносится, решить пешком. Подарил бы мне Лукойл нефтяную вышку, и тогда уж не зевай. Ребята!
наливай. Че-че. Водочку и пиво. Ходи, черноголовай. Он-то знает там. А я хочу